тут присматриваем. Они убивают наших. Что-нибудь знаешь об этом? Нет. Мы за тобой следим.
Я уверен, что у тебя есть... Убери оружие. Хватит. Стоять! О, моя голова! А! Не мешай мне! Проклятие. Больно-то как. Зачем мне с тобой торговаться? У меня есть трудные болванки. Это большая редкость. Мне надо работать. Подходит. Ты идешь с охоты? У тебя есть шкуры или добытые животные? Я куплю их у тебя, если хочешь. Я ищу Ксардоса. Ксардоса? Он здесь такое устроил. Расскажи мне. Ксардос появился здесь однажды вечером, словно ниоткуда. Он пробыл здесь всю ночь. О чем-то толковал с Гримом, нашим предводителем. А потом? На следующее утро он исчез. Зато появились вот эти два верзилы. Ты можешь чему-нибудь научить меня? Тебе надо обратиться к охотникам. Лучше всего к Багиру. Он самый лучший и самый опытный из всех нас. Покажи мне свой товар. Это принесет только новые неприятности. Лучше бы ты не встревал. Хуже уже не будет. Конечно, почему нет? Если ты не думаешь... Я об этом подумаю. Ему это лучше знать. Если бы это было так просто... Разрешается сами собой. Послушал бы моего совета. Ты действительно думаешь? Лучше бы ты не встревал.
будто у меня и без этого проблем мало. Может, тебе и все равно? У тебя наверняка есть несделанные дела. Можно все. Я об этом подумал. Ты идешь или уходишь? У меня и без этого проблем мало. Ни то, ни другое. Хочешь совершить небольшую прогулку в лес? Одному там может показаться довольно неуютно. Не знаю, прав ли ты. Куда ты идешь? По другую сторону горы стоит небольшая охотничья хижина. Замечательный повод поохотиться. Ты пойдешь? Если он будет... Я иду с тобой. Хорошо, я пойду впереди. Я даже не хочу этого слышать. Не знаю, прав ли ты. Конечно, почему нет? У нас обоих еще будут неприятности. Где стоишь, морда? Еще одна вонючая тварь! Ты здорово ему показал! Ты здорово! Тебя и не жалко! Не хочешь понять, что ли? Здоров, бугай, а толку мало. Я раздавлю тебя как человек, соперник. Да, сделай его.
труп. Это все. Остановись здесь. Теперь ты мой.
Не хочешь понять, что ли? Ты здорово? О тебе никто и не вспомнит. Так, вот мы и пришли. Охотиться лучше всего на севере отсюда. Спать можешь в хижине. Свои шкуры можешь продавать мне. Что ты собираешься делать? Останусь пока здесь. Покажи мне свой товар. Эти твари никак не оставят нас. Еще больше. Убожество.